Всем привет, с вами Том, и мы начинаем стрим по Контерлоту. Наверное, было бы неплохо что-нибудь загрузить. Я только минут 15 назад зашла домой, поэтому я еле успела стрим подрубить, не то чтобы что-то загрузить нормально. Всем привет, вот вроде принцесс сделали летом прошлого года, а до сих пор они... Во-первых, принцесс мы не делали, я делала до того, как стартовать проект. Эти два персонажа были на момент начала, ну, вообще, Контерлота, вот. Во-вторых, ну, это же как бы основные пони этого города, ну, то бишь, главные принцессы, поэтому они на заставке, я не собираюсь менять заставку, там, хотя у Луны старая прическа и все такое, но я как-то... Вот это у них название Лота... Я же даже подвисла. Я напоминаю, что в прошлый раз мы начали строить домик наших работников спа-салона. Всем привет, кто подошел, да. И сегодня мы... Домашка. Домашка — это святое. Да. Сегодня мы будем, надеюсь, заканчивать его строить, если вдруг у нас останется время, в чем я, конечно, сомневаюсь, потому что я как могу пойти в стройку, так это может быть надолго, то у нас еще можно переодевать персонажей, которые у меня не переодеты частично в городе, короче, есть чем заняться, поэтому, ну, мы не торопимся, будем потихонечку обустраиваться. Кто не видел этот домик, вот я вам его показываю, он у нас такой более... Немножко в восточной стилистике, потому что пони у нас немного с восточными корнями, ну или типа того, хотя во внешности вроде я это почти не отразила никак. И в прошлый раз... А, я забыла, господи. Серьезно, я забыла. Черт. Выйти в главное меню. Тогда вы посмотрите на мои сейвы, потому что я забыла зайти в Project Pastel Dreams и посмотреть, где эта чертова штука. Вот слушайте, вот это вообще как такое может быть? Это вообще, это просто супер. Так, где у нас тут были... Так, интересно, у вас уже был? Сейчас гляну. Чёрт подери! Серьезно. Ну как? Как? Вот только я так могу. А, черт, там же еще не выбран сейф, я же их не запускала. Ну, пускай лето у вас будет, окей. На самом деле, это можно кодом поменять с одной. Я ППД не запускала после... так, где это? Вот. Вроде уже помененный. Нет, я не хочу ни за кого играть. Можно я вот эту стройку зайду? Не запускала я их, естественно, после времен года, потому что я их до времен года снимала. Пони... Тома, обновление в пониферме уже вышло. Да, это я успела заметить в группе ВКонтакте. Мне, естественно, написали. Я быстренько кинула на стенку пару скринов из альбомов, пока там все не на это самое. Но я так поняла... Я не заходила, вообще не читала. Я так поняла, просто выгрузили еще не без этого самого. Вот эта штука. Вот где она? Скульптура. Скульптура городская. Вот. Чего я не могла найти? Вот такую штуку я им хочу в дом. Скульптуры из города. Все, поняла. В разделе все подряд. В разделе другое. Жесть. Вот. Ну, акция в любом случае стартанет, скорее всего, завтра только в обед, как обычно. Они в пятницу в обед. То есть они... Да и в прошлое, по-моему, тоже обновление было. То, что оно... выгружают в четверг обнову, потом через сутки стартует акция, соответственно, что-то начнется только через сутки, потом, пока, я так понимаю, это максимум коллекции, и все такое можно посмотреть, поэтому я как-то поэтому не переживаю. Привет, еле успела, меня в школе задержали, думала, не успею к началу. Я думала, я не успею к началу, что вы говорите, серьезно. Мы с крысой ходили в магазин, кошкам за кормом, и за наполнителем, и за всем таким. И я думала, я не успею к началу стрима. Так что я... Это чудо, что я сама успела к началу. Так, скульптуры. Все, сорян, что мы тут немножко отвлеклись, но я серьезно, у меня просто какой-то... Вообще... жестокая жесть. С... этим... со временем. Так, город, да, говорите? Вот. Я не знаю, как это можно было найти самостоятельно, но я хочу эту фигню сюда. Можно вам светильничек? Я ничего не делала, вообще. Вот серьезно. Я сюда даже не заходила, и даже ничего не смотрела, ничего не делала, и вот.
Но я думаю, зато так интересно. Будем строить вместе. А это у нас прихожая, тут у нас будет кухня и какая-то, может, гостиная зона, не знаю. Так, ванну здесь мы сделали, еще на верхнем этаже 3 комнаты. Короче, тут еще работы непочатый край, поэтому продолжаем. У меня новую страницу не основную нашел Данила, добавил ВК, а там не умолкает ни на минуту. Данил много у нас. Я, знаете, когда я не успеваю, ну, короче, я, если не успеваю отвечать людям, я предпочитаю даже не читать диалог, ну, в смысле, как бы, непрочитанное сообщение, значит, я не успела его прочесть, значит, ответ ожидать меня не стоит. Потому что у меня тоже, конечно же, есть куча диалогов, я не успеваю всем ребятам отвечать, даже если мне интересно. Я вот тут банально не могу зайти что-то сделать. Черт, какую же я хочу. Мне вот это, конечно, больше просветки нравится, но она может, темновато тут. Может, в самый раз. Вот, я просто не читаю диалог. Это значит, я не успеваю ответить. Я просто не люблю отвечать невдуманно, то есть там, вот, поэтому, если я не успеваю, я просто не читаю. Кстати, я тут качнула всякой фигни какой-то, типа такой. А я думала, это другой будет. Надо загрузить. Я думаю, это другая неоновая вывеска. Короче, надо просто выгрузить все, наверное. Окей. Но это я так сама в себе. Потому что я, как всегда, качаю. Что-то закину, что-то не закину. У меня нет обновления по игре Game Loft. На андроидах, может, еще не вышло, я не знаю. Я даже не знаю, есть ли оно у меня. Потому что я не заходила в игру, само собой. Акции пока нет, сказали только, что добавили сомбру, аморы, караван, какой-то бюст сомбры, ага, понятно. Забыть такое, это еще полбеды, а вот перепутать дни недели и расписание врача, это уже клиник. Да. Ну, это нормально, на самом деле. Просто мозг как бы переключается на другое, и мы как бы не успеваем все сориентироваться, поэтому такая вот кулебяка. Так, что там, BBM of Objects? Вот, так что очевидно, что акция стартует завтра, поэтому можно сегодня спокойно обновление обновить. Обновить обновление. Рыбки. Ладно, пускай рыбки тут будут. Вот эта штука, по-моему, тоже светится. Но сюда можно какой-нибудь еще декор поставить. Вообще, я думаю, что мы сейчас, может быть, переместимся вверх и поделаем комнаты, а потом уже вернемся к кухне с залом. Что-то мне хочется больше комнаты поделать, чем кухню. Так что... А, слушайте, тут где-то такие классные цветы были. Так что, возможно, мы сейчас переместимся сначала к верхнему этажу, а потом уже вернемся сюда доделывать комнаты. В смысле, кухню и все остальное. Что-то мне на комнаты больше. Вот. Вот такая классная штука есть. На комнату у меня больше сейчас желания что-нибудь поделать. Вот, Динки Пай думала, не придет, потому что братик заболел. Никто не мог с ним посидеть, так как все на работе решили оставить меня дома. Ну, пускай братик все равно поправляется. Болеть нехорошо. Даже если это позволяет кому-то быть на стримах. Слушайте, это же гортензия. Такая гортензия бывает ярко-красная? Что-то я не уверена даже. Давайте вот просто белые, без всяких этих ваших... Вырви глазов. Что тут еще? Ящички. Комодик. Кстати, очень такой тематический комодик. Если вам сильно будут шуметь дети наверху, вот они там у нас как бы лето, как бы все бесятся. Если сильно будут доставать, вы там пишите, я закрою окно. Потому что они такие. Беситься тайм. Ей. Послеобеденное время. Чтоб сюда еще воткнуть? Ваше предложение, товарищи. Может, сюда какой-нибудь шкаф книжный? Не знаю. Но это такая как бы прихожая-не прихожая. Вот. Но что сюда впихнуть?
такое прям... Картины я, конечно же, никакие не качала, да, японские. Да, я качала какие-то обои еще. Что там в духе. Коврик, да, вот я тоже думаю насчет коврика, только, может быть, какую-нибудь циновку. Ну, в смысле, не коврик-коврик, а какую-нибудь такую... Сейчас, палас, вот, палас. Палас, точняк. Я надеюсь, картина позволит им пользоваться этой штукой. Вот в этот угол мне что-нибудь хочется поставить такой габаритный шкаф. Плательный, так сказать, у нас вот есть, а там бы, может, какой-нибудь шкаф такой поставить, типа... А есть что-нибудь на циновку похожее? Сапожки. Сапожки подарим сапожки Александре на зиму. Большое спасибо, Дэн Бармен, да. Сапожки, надо сапожки. Без сапожков как-то грустняво. Спасибо большое за поддержку. Ну, это прям очень... Черт, мне показалось, что тут кошка. Нет, это жалюзи от ветра колышется. Мне показалось, что кошка выходит. А это что такое? Вот, это что? А что это? Это деревянный ковер. Я, наверное, припозднился с вопросом. Ну, где можно узнать твой адрес для отправки посылки? Призрак Блэкер, большое спасибо за поддержку. В группе ВКонтакте есть тема «Частые вопросы», и там есть адрес абонентского ящика. Если кому не лень, ребята, может, кинете человеку в чатик? Если, ну, кто знает, где это находится, потому что, как бы... Нет, может быть, нетривиально найти, но он там есть. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Серьезно. А как это вообще называется? Коврик из деревянных планок седой сырок. Ну, просто, как бы, это, знаете, там, где можно обувку ставить, чтобы она там обсохла и все такое. Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что так прикольно. Наверное. Большое спасибо, да. Вешалку... Вешалку, вешалку, вешалку. Можно ящики с украшениями. На прошлом стриме вы говорили, что белый у азиатов не очень хороший, и в итоге полдома в белом. Но нет, не то, что они его вообще не используют, просто они его... Нет, естественно, они его используют. А где тут... А, ну в смысле, что эту штуку белую? Ну, поняли. Да, он считается белый цвет смерти, но, ёлки, у нас тут балгбицев целиком в белом, так что я не думаю, что они прям на эту тему сильно заморачиваются. Просто что я хотела выдержать древесную скорее гамму, чем вдаваться всякие в белые там и прочие такие вещи. Сейчас шкаф-вешалку что-нибудь посмотрим. Шкура. Йоу, ёлочки. Спасибо, Ёршик. Начало стрима у Тома уже паранойя, точно. Брат Шани Стар, привет. Мы все еще строим, ничего особо ты не пропустила. Не знаю, стоит ли пихать сюда еще какой-нибудь коврик. Ничего себе тут коврики. Ковер великолепная парча. А-за-за. Предлагаю пока ставить без коврика. Может быть, если я что-нибудь надумаю, я еще поставлю. Пока так оставим. Вешалки, шкафы. Шкафы, вешалки. Я этот адрес уже почти наизусть знаю, только индекс не запоминаю. Анжи легкий. 214-014. Так, вешалка, комоды. У меня, кстати, был какой-то азиатский шкаф тут, если его не дропнуло. Нет, это точно не ты. Вот этот, что ли? Или еще какой-то? А, вот этот был. Это какая-то татарщина. Интересно, она вообще функционирующая? Ну, вроде не функционирующая, выкинула, кажется. А он в одном, да? Nope. Это сильно. Он, конечно, милашный, но...
Вот это тоже что-то такое восточнообразное, но тоже что-то нет. Вообще у нас как бы шкаф-шкаф, именно вешалка-вешалка. Спасибо, Ерш. Спасибо, призрак. Ершу спасибо отдельное. Отдельное спасибо. Короче, у меня есть мнение, что я вернусь к этому моменту позже, когда тоже качну какой-нибудь шкаф из чего-нибудь, где-нибудь. Бабочки. Какой ерунды у меня тут только нет. Сундук. Простой. Вот давайте полку с черепами повесим. А, ладно, не будем вешать полку с черепами. Хорошо, короче, я подумаю. Чё это мне? Я бы действительно поставила, на самом деле, книжный, потому что... Потому что вот том есть, у них книжный вряд ли где-то в стороне, поэтому я бы вот тут что-нибудь такое забацала. Что у вас тут есть? Вот, кстати, вот этот... Вот этот шкаф хорошо подходит к этой штуке. Модерн. А какого ты? Или наоборот? Черный-белый? Или белый с черным? Крис, ты мне своим телефоном солнечный зайчик в глаз прям пускаешь. Это немного нервирует. Да серьезно. Ну, прекрати. И дверь белая, главное. Ну, дверь белая, потому что на фасаде не белая. Хотя, может быть, здесь красная. Может, и норм будет. Ну, вроде норм, да? Тут просто вот это вот под эти столбы, в принципе. Ну, кай, пускай такая будет. Так оно в больше выдержанных. Вот видите, все, у нас ничего не белое. Было белое и кончилось. Кай, ладно, пускай красные гортензии будут. Ярко-красный, кроваво-красный. Ой, упс. Он с той стороны хоть не торчит? А то было бы эпично, если бы он, знаете, такой с той стороны торчал. Ящик с украшениями можно вот сюда, кстати, воткнуть из времен года. Тя. Да, не помню, где он был. Он в украшениях, кажется, был. И куст, короче, посреди дома. Кстати, вроде с этим ящиком какие-то допы есть, которые заменяют ящик на всякие штуки, типа там коробки, ну, более такие трушные вещи, короче. Сейчас, я про ящик вспомню, я просто решила еще поставить светильничек. А что все осеннее? Я не могу, вот на дворе осень, и я все осеннее леплю. У меня прям, знаете, это... болезнь. Как только холодное время года, надо все пилить, короче, в осенних тонах. Больше оранжевого, богу оранжевого просто. Где ящик? Вот. Вот сюда можно всунуть. Типа такие коробки. Да уж, ладно, будьте красно-зеленые. Окей. Ну что, кстати, вот этот шкаф тут даже такой. Он, конечно, немножко как-то влазит в стену. Непонятно. Да ладно.
такой прилип туда. Давайте украшений каких-нибудь накладем. Равелин, привет! Мы тут строим. Полка... Чем? Можешь зеркало поставить? Зеркало. Кстати, да. Вообще, обычно в коридоре бывает зеркало. Тогда давайте ящики мы вот сюда поставим. Я думаю, как бы тут норм будет, а сюда зеркало напольное. Какое-нибудь красивое. Слишком красивое. Чересчур красивое. Мя. А что у меня такое? Рококо? Кокоро. Так. Ну, более модерное я не хочу зеркало ставить, пускай такое стоит. У них такое смешение культур. В баню, сауне такие коврики, как деревянные эти самые. Да, да, видала я такие в сауне коврики. Но я думаю, тут как бы, ну, просто шуршащий коврик обычно, ну, в смысле, нормальный ковер-ковер. На, в прихожей как-то класть не очень в плане, ну, пачкаться сильно будет. Нехай лежит. Об него ноги будем, скажем так, вытирать. Такого плана коврика. Хорошо, что тут можно? Пингвин. Вот. Япона-кукла. Раз. Конь. Гжелевский. Купила Тома конника. А конник без ноги. Серьезно. Если вы думали, что у меня вчера... Я вчера себя странно на стриме вела, то подождите, у меня сейчас начнет усталость накапливаться, я такие перлы буду отжигать со временем. Ну, в плане, я же к РБК начинаю плотно готовиться. Поэтому все еще впереди. Можно что-нибудь маленькое? Так, чайник мы уже ставили. Ну ладно, допустим. А можно куда-нибудь? Ну окей, ладно. Не то, чтобы оно очень в стиле. Мне как-то декор накачанный очень сильно отличается друг от друга. То есть у меня вот как-то народ обычно качает в одном стиле. У меня же и такое, и сякое, и просто какой-то вырвиглазный вырвимозг. И что-то подобрать вот такое реально такое напольное. Матрелостики. Что-то подобрать такое вменяемое, чтобы оно друг с другом сочеталось, это какой-то ад. Ну, мне кажется, может, хватит всякой ерунды тут. А, это что? А, сыр. Точно. Точно это сыр. Нет, слушайте, книги, мне кажется, эти вообще тут не в тему. Кстати, вот с кошечкой, что ли? Вы туда не залезете, вы сильно большие. Лучше уж обычные. То те прям очень такие не в тему. Так, все, короче, хватит с них тут всякой ерунды. Что у нас там было? Как делишки Тома?
как это, лучше всех? Нет. Может, там стол со всякой косметикой, они же с папой, они же следят за собой. Ну, я думаю, что в их комнатах косметики, безусловно, будет хватать. А вот насчет в прихожей... Я не знаю, вы храните в прихожей косметику? Я как-то нет. У меня вся косметика в ванне, допустим. Я думаю, что это мы оставим на личные комнаты, потому что, ну, вряд ли серьезно бы... Как бы прям так заваливали прям вход всякой ерундой. Ладно, давайте пока оставим эту комнату в покое. Может быть, мы еще что-то придумаем. Я предлагаю начать с кровати, потому что с кроватями самая беда. В плане того, что нам надо что-то, что будет хоть отдаленно напоминать кровати соответствующего региона. Вот. И это самое страшное, потому что есть, конечно, классная вот такая деревянная, но она двухспальная. И, соответственно... А кроме нее в комнате практически ничего помещаться не будет. У меня была мысль взять матрасы в виде... Ну, они совсем дутые. Ну, в смысле, знаете, вот этих, типа, татами там... Ну, не знаю, ну, короче, матрасы они расстилают спать на этих... На полу. Как она правильно называется, эти матрасцы их? Но вот эти штуки, во-первых, высокие, во-вторых, сильно резиновые, в-третьих, ядерных цветов. Поэтому, наверное, мы все-таки... А это что, покрывало? Рюшечная ПП. Господи, чего у меня такой нет? Жесть. Это вообще левитация в воздухе. Короче, поэтому варианта, наверное, два. Либо вот с такой спинкой деревянной. Вот, это из тех самых. Потому что это, ну, как вариант, конечно. Наверное, можем сейчас поголосовать. Короче, такая-такая. И мне, конечно, больше всего нравится вот этот вариант. Но двухспальная она будет занимать, даже если, допустим, мы будем ставить одной стороной, то есть, типа, для одного персонажа, ну, то есть, не чтобы с двух сторон был подступ, хотя, наверное, тут можно везде и с двух сторон расположить, то фактически, кроме этих кроватей, в комнатах будет только ничего. Не, ну что-то можно, конечно, впихнуть. Но вообще вот по антуражу, наверное, она самая такая похожая. Сейчас я еще гляну, что у меня тут есть. И балдахины. Фиг им не было, нем. Тут какие-то доповские есть, но я бы не рисковала. Я, конечно, часть заменяла, но... Как вы помните, после кошек и собак... Не факт, что оно работает. Хотя, если... По идее, если ставится, то должно работать. Нет, это, видите, точно не работает штука. Надо дропнуть. Что это у нас? Айрлбет. Айрлбет, надо ее дропнуть вообще. Айрл Блэд. Ну что, давайте голоснем за кровати. Что у нас тут по расцветкам? Давайте посмотрим. Ну, в принципе, такие нейтральные. Мы, думаю, там не розовые, конечно. Ну, что-нибудь выбрать можно, а тут что? Ну, вот это, конечно, самое восточное. Так что давайте я вам сделаю голосовалку и чатик почитаю. Голосование. Раз, два. Я думаю, что всем либо, ну, всем либо двухспальный, либо односпальный, потому что как бы... Как бы вот. Давайте я напишу база, джунгли и двухспальная. Короче, единичка баз, из базовой игры двоечка, из джунглей и троечка-двушка. Троечка-двушка. Можете писать в чатике. Вот, я куда-нибудь уберу пока и полистаю, чего там писали. Ням-ням-ням-ням. Я что-то отвлеклась, почему шкаф в стену зашел? Я не знаю, он стоит нормально, но почему-то он упирается в стену. Он такой, хочет спрятаться.
У моей мамы косметика разбросана по всей квартире. В мобильной версии были такие кровати односпальные, да? Футон, точно, футон. Спасибо, Беланте. Не знаю, как твои кошки, но мой кот не только спит на моей подушке, но и уже и просто не пытается снять. У меня кошки, да, на подушке на голове спят. У моей мамы бабулек косметика лежит как раз в прихожей. Понятно. А есть четвертый вариант. А вы же все посмотрите. Был бы четвертый, я бы показала четвертый. А джунгли посередине, которые вот это джунглевская. Ну, она, опять-таки, более такая этническая какая-то. Вот, ну, деревянных, односпальных вот... А, стоп, вот, есть. Черт, или нет, или это другая? Нет, это другая. Это модерновская, это не деревянная. Вот эти, та деревянная, это вот такая... Я ее тоже часто леплю, но она именно модерности, да, или как-то такое. Ну, в общем... но не очень вяжется с деревянным домом. Это тоже... Ну, я не знаю, может быть, в мобайлах и были односпальные такие, но тут я таких односпальных не вижу, ну, с деревяшками, я имею в виду. Какие-то все странные. Котики, собачки. Я уверена, потому что я по превьюшкам могу и не видеть. Не, что-то однозначно нету, так что только эти три. Так. И у нас... джунгли, наверное, да, большинство хочет. Но это более рационально, потому что если мы впихнем двушку, то кроме этой двушки как бы ничего другого и не влезет, наверное. Поэтому кровать из джунгли более рационально в этом плане. Я за четвертый. Ну, сорян, нет, это четвертого варианта. Но, в смысле, это... Если это считать четвертым вариантом, я не хочу его брать, потому что он не вписывается в деревянный дом вообще. Ну чё, джунгли оставляем, окаюшки. Так, где ты, моя чудо-голосовалка? Девять, четыре, хорошо. Стоп. Окай. Ну, ой, упс. Внезапно прорезался второй этаж. Упс. Хорошо, так. Давайте тогда расставим по кроватке и цвета подберем. Я не знаю, где у нас чья комната будет. Я думаю, это мы решим. Так, наша чудесная полочка с витаминами. Я думаю, можно на входе повесить. И вот... Бедный балк, у него нету окошек в комнате. Жизнь, боль. Тут, я думаю, можно компьютер, кстати, будет поставить. Да. Так, и еще одну кроватку. Девчонок надо будет. Столики с косметикой, все в таком духе. Давайте всем вот так воткнем. Пускай у них столы стоят лучше, чем ничего. Так. Я не знаю, эти комнаты примерно равноценные. Так, балку мы чисто белую, какую-нибудь кроватку сделаем. Сразу. Ну, допустим, такую. Что у нас тут есть? С розовым одеяльцем. С голубеньким. Ну, давайте тут, допустим, с розовым одеяльцем будет. Я, правда, не знаю, где чья. Вот как бы вы... С розовым одеяльцем это лотос или алоэ, наоборот. Вот. Это я не знаю. Не знаю, не знаю. Давайте посмотрим обои. Я там какие-то качала с лиственными узорами. Сейчас попробую найти. Я, конечно, опять-таки накачала, но ничего не проверяла. Ну, в смысле, игра запустилась, и хорошо. Раз. А чё я там и куда качала? Кто же знает. Вот. Вот этот я качала, да, походу.
Сейчас, я посмотрю, что тут есть, потому что я, конечно же, закинула и толком не смотрела, что я тут... кстати, забавно, тут какие-то калибри, птички. Птичку залк. Залк птичку. Так, что у нас еще? Вот эти, кстати, тоже... Ну, я не знаю, они классные, но такие ядреные, что мама не горюй. Может, мы это балку так сделаем? Черно-белый вариант, который... Потому что с красным он, конечно, очень классный, но... Ням-ням, я бы такой не заснула. Вот, вот такой, кстати, с лилиями есть прикольный. И она есть, в принципе, и розовая. Няшник. И розовая, и голубая. Так, стоп. Стоп. Давайте сделаем вот так. Что у меня еще есть? Может, две соседние комнаты с сестрами, а то, что справа отдельно балку. А я не хочу, чтобы у него была комната вот эта, самая маленькая, потому что он мальчик, ему меньше всего надо. Потому что девчонкам надо больше пространства для всяких их там косметики и прочей ерунды, действительно. А балку, как бы, мне кажется, компьютерный стол, и ему особо тут много и не надо. И плюс тут окошек нету в этой комнате, поэтому я девчонкам крайне решила дать. У нас, как бы... Мальчик уступает. А где еще были? Я точно помню, я еще качала каких-то обоев. Вот, наверное, вот эти я еще качала. Что у нас тут есть? Кстати, достаточно прикольный узор. Такой ромашишный. Однотонный. Домик в деревне. Знаете, я, наверное, остановлюсь на вот этот с лилиями, который, мне кажется, больше нравится. Я вообще смотрю, что я качнула, потому что, я еще раз говорю, я такой молодец, я не проверяю. Это кто? Ага. Так, тут у нас... Так, тебя мы в калибре закинули. Ну, наверное, на лилиях вот этих вот розовые и голубая имеет смысл остановиться. Мне казалось, что какой-то третий должен быть вариант. Но я не вижу. Ну и ладно. Соответственно, вы, думаю, не против взять вот голубой и розовый. Соответственно. Только, наверное, там, где розовая кровать, будут голубые стены. А там, где голубая кровать, будут розовые стены. А? Как вам такой поворот? А кто где жить будет, я не знаю. Так ли это важно? Что строим? Строим домик для Спокони. Может, так это же... 3-4, прям в точку. Ну, вот эти, да. Мне они тоже нравятся. Они такие... Ну, я не уверена, что это лотосы. Мне кажется, это лилии какие-то. Или какие-то еще цветы непонятные. Но в любом случае, сюда вроде подписывается неплохо так. Милашненько. А, коридор... Да, это сложно. А тут тоже ничего не выбирала еще. А вот в коридор как раз-таки может быть какой-нибудь... Где там эти были странные? С цветочками. Что-нибудь. Хотя, наверное, проще сделать древесный, опять-таки. Да, наверное, проще сделать древесный узор. Что-то эти цветочки только на спальне годятся в плане их милашности. Слишком мил. Что тут по сайдингу у нас?
Оригинальный у меня тут обои есть. Это древние свитки. Очень древние, очень свитки. Ну, ребит. Вот. Можно какой-нибудь? Черт, у них такая же обшивка где-то там, да, по-моему, была? Вот тут такая же, да? То есть у них такой... Какое покрытие вы бы использовали здесь? Я пока это закину. Точно. Именно этого нам тут не хватает. Это что, бамбук? Вот это? Вот это вам понравилась штука? Это зернистая структура в тонкую полоску. Пикачу! Это что? Не, ну это сильно. Ну, смотрите, если вот этот нравится, давайте его и оставим. Что мне это нравится. Есть более... Вот это что? Ой, ничего себе. Господи, боже мой. Вот это... Кстати, классные полоски. Вот это, наверное, третью я качала. Только я качала сама для себя. Тут не узористый... Не лиственный узор. Тут просто классные полоски. Точняк, наверное, ее я третью и скачивала. Можно взять более... Вот тут типа сайдинг. Но он типа более... Цветной. Вот это да. А это что такое? А, деревянная тоже сайдинг. Широкая доска. Деревянная доска. Розовый сайдинг. Да, давай. Может просто сделать как в коридоре на первом этаже? Об этом я тоже думала. Давайте голоснем. Тогда. Давайте у нас будет... Вариант 1 доска горизонтальная, а вариант 2 доска вертикальная. Ей больше голосований. Больше нежелания Тома самой принимать решения. Короче, единичка вертикальной полоски, двоечка горизонтальной полоски. Я пока гляну, что тут еще у меня классное есть. Ничего. Ну, штукатурку как-то... Можно. Да на, везде эта штукатурка. Вупсини-пупсини, это вы там вообще? Вупсини и пупсини у них. Пупсини и вупсини. У нас тут еще одна... Вы потом пока голосуйте, я тут в ванну пока что-нибудь... А что у нас в той ванне? Мне кажется, проще взять то, что там внизу было. Я пока перенесу, но я сейчас подумаю еще. И у нас вертикальные полоски с небольшим перевесом вроде побеждают, да? Окей, давайте вертикальные оставим. Буквально на пару голосов. Но я думаю, уже кто хотел, тот успел. Проголосовать. Ой. Не та кнопка. У нас реально додзё какое-то получается. Серьезно. Какое-то додзёсное додзё. Может быть, здесь мы ставим им какую-нибудь джакузи? Джакузи ставят джакузи.
Йоу. Вампирчики. Планируешь к тебе возвращаться к вампирам? Да, у нас будет 3 стрима. На одном стриме у нас будет создание, наверное, Nightmare Moon и украшение дома, а потом 2 игровых стрима. То есть 3 недели в октябре. Дэн Бербан перепутал 1 с 2, проголосовал за 1. Ва-ха-ха. Не переживай. Мы внизу сделаем горизонтальными полосками все. Чтоб обидно не было горизонтальным полоскам. Может быть, им какой-нибудь тут наверху более забавную сделать ванну комнату. Не такую унылку, как наверху. Да, хочу тут более забавную комнату. Ничего не знаю. Мы вот тут сделаем горизонтальными. Весь первый этаж. Чтоб обидно не было. Окаюшки. Джакузи нам можно вот в угол прям. Вот так. Тут будем принимать ванну, пить чашечку кофе. Все в таком духе. Еще санузел, да? Кому он нужен? Непонятно. Тут тоже будет говорящий, ничего не знаю. У них современные технологии в доме. Nightmare Rarity. А как насчет того, чтобы кроме Nightmare Rarity сделать еще Пинки Принцессу Хаоса? Проблема в том, что у меня только одно свободное место в семье вампиров, поэтому мы делаем только одного персонажа, поэтому это будет Nightmare Rarity. У них, кстати, еще есть такой вот мега... Ну, нет. Вот. Я думаю, что Nightmare Rarity более интересный вариант, чем... Не, ну, Пинки, конечно, Принцесс Хаос тоже красавица, я ничего не спорю, но... Я думаю, что Nightmare Rarity все давно просили, но мне надо на нее допы посмотреть. Я там уже какие-то присматривала, честно говоря, когда еще в прошлом году, по-моему, после... Что тут по двери? Ой, еще я не рядом не могу кликнуть. Я еще в том году присматривала некоторые допы, но надо, в общем, поднять и... проверить, что у меня там было, потому что я так не помню, что я там насматривала, не насматривала, вот, и, ну, в плане то, что там надо прическу определенное, платье какое-нибудь такое кошерное, шикарное, вот, поэтому надо глянуть, что в том году там находила, не находила, у меня какие-то записки где-то были, ну, у меня, как всегда, вы знаете, кто-то где-то что-то... Вот тут можно, кстати, сделать тоже столик с какой-нибудь... Косметика или типа того. Тумбай-юмба. Оу. Я хотела длинную. Ну, какую длинную? На 2 клетки, например. Фигва, мне кажется. Мне кажется, они... Хотя, если... Чтобы они просто к раковине могли подойти, то надо одну клетку оставить от раковины. И тут и получается одна клетка от... И нифига. И нифига не получается. Тогда надо одноклеточную тумбу. Или подвинуть, допустим, туалет сюда, раковину сюда. Бедняги. А тут большую тумбу. Или
по-другому сделать. Или просто перенести дверь. Тут я задумалась. Нет. Не так, не так, не так, не так. Короче, нет, не получится. Не так, не сяк. Так что просто... Ты не включишь верхний свет? Может, на окошко в розовой ванной повесить такие жалюзи и шторку? Да, конечно, сейчас жалюзи и шторки. Вы... Конечно, мы повесим жалюзи или шторки вот сюда. Конечно, я не собираюсь заставлять персов мыться прямо перед открытым окном. Не забывайте про туалетную бумагу. Хорошо, сейчас, когда мы перейдем к декору, мы повесим туалетную бумагу в обязательном порядке. Может быть, вот этот столик? Не-не-не. А все потому, что Тома захотела джакузи. Хочу какой-нибудь няшный. Прикольно. Это такая тумба. Серьезно? Забава. Чего у меня только нет? Просто там. Ой, а это что такое? Серьезно, это считается за bedroom table? Очень маленькая. А это что? О! Кстати, прикольная няша. Может, ее и поставить? Она... Ты ж работающая, работающая. Прелесть этой штуки в том, что она невесомая по весу. Ну, в смысле, она... Не кажется, нет такого впечатления, что она занимает тут половину комнаты. Ура, в октябре вампира, ей! Джакузи. Джакузи в студию. Мой любимый квадратик повесить, что ли, не парится? Няш-милаш. Им бы сюда еще зеркало какое-нибудь большое, наверное. Да, про туалетную бумагу я все еще помню. И про занавески. Сейчас. Мы от большого идем к малому. Можно тут какую-нибудь красоту какую-нибудь вот так вот. На три сразу. На три клетки красоту. Рыбки. Интересно, они рабочие? Ну, вроде рабочие. Улыбки, улыбки. Улыбка, улыбка, где твоя улыбка? Что-то меня прям... каламбурю. Вни себя. Ну, тут я думаю, можно шторки не вешать.
Хотя, вот, кстати, вот этот ковер надо будет не забыть флаффи-паф в комнату засунуть. Помните, мои комнату на чердаке хотели сделать? Если я забуду, напомните мне вот этот ковер и положить пушистенький. Вот тут вот фэшн-рак называется. Это я... Тут пока 2 недели пройдет, я забуду. Я себя знаю. Вот давайте вот лепестками. Короче, тут усыпемся. Красную дорожечку из лепестков. Где там ваша туалетная бумага, про которую просили не забывать? Главное в доме — это туалетная бумага. Серьезно, такая мелочь занимает цельную клетку. Да давай чем-нибудь большие баночки поставим. Чтобы не забыть положить ковер, лучше запишите, а то мы можем забыть. Вы видели, как я в прошлый раз записала классно в Project Pastel Dreams посмотреть светильник? Я записала. Я вот даже могу сейчас на столе вот указать на бумажку, на которой это записано. Но это не помогало. Заяц. Стоп, это не шампунь, это заяц. Он похож на шампунь, но это заяц на самом деле. Но на самом деле, это не шампунь, это заяц. Так, в общем, сейчас я поставлю и потом передвину. Еще что-нибудь. Где тут у меня еще расческа постоянно. Я вот она. Я ее постоянно пытаюсь как-то. Так, на какой клетке ты стоишь? Дайте-ка вот так сделаю. Раз. Ну, почти. Почти. Чё, в этот раз попало? Ну, вроде попало. Ей. И полотенце нам какие-нибудь надо, да, в ванну? Было бы неплохо. Конечно, не обязательно, но, говорят, с полотенцами как-то даже людям больше нравится купаться. Хотя, конечно, не факт. Возможно, кому-то нравится и без полотенец. Ну, мало ли. Все, я думаю, декор на саму ванну мы класть не будем, потому что она может перестать работать. Хорошо, мне кажется, нам надо сделать на пару минут перерыв, после чего продолжить с комнатами. Конечно, все очень хаотично, но вполне миленько. Много цветочков.
Давайте поговорим про школу. Можете писать ваши комментарии в чатике. Я сейчас буквально схожу водички долью и почитаю. Скоро вернусь.